Эти 120 минут сумасшедшего футбола ярославские болельщики запомнят надолго. Заключительный матч чемпионата мира на ярославский стадион «Маракана» пришли посмотреть десятки фанатов. Эмоции здесь не сдерживали. Праздник футбола на «Маракане» начался за 3 часа до стартового свистка в Бразилии. Мы подготовили прекрасную развлекательную программу для всех любителей спорта, футбола и просто семейного отдыха. Сегодня здесь у нас будут выступления групп известных «Пистолеты» и «Digital Machine». У нас сегодня группы поддержки, которые просто феноменально танцуют. Это и «Rebels», и «Фиеста». Пришедших болельщиков встречали раскатами поп-рока и ритмами зажигательных танцев. К игре номер 1 ярославские красавицы оказались неравнодушны. Правда, сердца девушек принадлежат футболистам сборной России. Болели за наших, очень жаль, что они у нас вот так вот проиграли, болели. Ну, в принципе, мы больше к танцам относимся, я бы так сказала. А если бы вам предложили съездить в Бразилию, поддержать сборную России? Я за. Вот прямо танцем? Прямо танцем? 100% за. Мужчины в этот вечер болели за красивый футбол. Они с большим вниманием следили за выступлением футбольных фристайлеров. Мяч в воздухе эти ребята могут держать часами. Прогноз на матч в этот вечер охотно давали многие. Ждали гола от Месси, но победу отдавали все равно Германии. Кто забьет? Швайнштайгер. Почему именно он? Он мне нравится. Сборная Аргентины не показывает достойный футбол. То есть за весь плей-офф они забили один гол всего лишь. Будет либо разгром Аргентины, либо в один мяч. Потому что неудобный соперник. Все помнят 86-й год, 90-й год. Когда в 86-м году Аргентина выиграла, в 90-м Германия за счет одного гола. Заглянул на «Маракану» и глава региона Сергей Ястребов. По рубашке губернатора стало понятно, за кого в этот вечер он будет болеть. Я надеюсь, что немецкая машина свое дело сделает. 3-0? Ну, я бы не думал так. Пусть будет 2-0. Ожидания ярославских болельщиков немецкие футболисты не обманули. Уже в дополнительное время Марио Гёдце классно обработал передачу партнера по сборной и отправил мяч мимо рук аргентинского вратаря. Чемпионат мира завершился, вместе с ним прошла и футбольная лихорадка. Постепенно болельщики во всем мире возвращаются к нормальному сну и размеренному ритму жизни. Георгий Колчин, Олег Лушников. День в событиях.